1 месяц. И я уже месяц здесь. Со семейством. Со своей семьей. И много интересно, несколько как всичко се свързва. И так, мне очень каза, интересно, что все, что мы сказали сегодня, было связано. Разбира се, почвам от пастора, тебе, то, что сказал пастор, Наташа и Роман. И я искам само да довърши, да кажа на... Я хочу тоже закончить и сказать. Малко по-възрастен съм от пастора и искам да кажа, че след една седмица ставам на 65. Я взрослее немного, чем пастор, и через неделю у меня будет 65. И ще празнуем, как сме живи другата неделя тук. Если мы будем живы, будем праздновать здесь. Благодаря на Бога, първо. Я благодарю Господу. И исках да ви кажа, че това, което той го каза, сказать, го правях преди 30-40 години. Что то, что рассказал Роман, я тоже делал 30-40 лет назад. И съсетих за амбициите, които имахме, и как исках да побеждаваме, амбиции, да купим что целия я хотел свят, да го продадем. Арменец съм все пак. Хотели купить мир и продать его. Обаче не можеш. Но не можем. Винаги ще има един евреин по-напред от тебе. Всегда будет кто-то, кто лучше тебя. Това, което каза Наташа, много ми хареса, което Наташа прочете. Тоже мне понравилось. Настръхвам даже, защото прочитал, точно това искам да кажа. Потому что я точно это хотел сказать. Мъдростта, която идва в християнския ти живот. Аз ще стана на 30 години също след една седмица. Мне будет скоро 30 лет христианской жизни. 30 годишен християнин. И осъзнавам, и я осъзнаю, как Бог ни дава мъдрост. Как Господь дает нам мудрость. Как ни дава радост. Он не дает радость. И как ни дава желание, и он мне дает желание за небето. К небу. Мен днеска нищо не ма касае. Не сегодня меня ничего не касается, Мерседес, ничего меня не интересует. БМВ, палат, Мерседесы, голяма БМВ, църква, малка църква, важно да имам семейство. Для меня важно, чтобы была и семья. Сме тука, между мы для этого здесь находимся. Благодарю ви за семейство, я благодарю вас давате за семью, которую вы мне дарите. Вярвам, че и децата ни станат приятели. Наши дети тоже будут друзьями. И ще продължим това, което Христос. Мы будем продолжать то, что Христос. Да бъдем християни, да дал даваме нам плод. Быть християнами и давать плод. Аз как да прочита стихове, но не се правя на пастор, искам да я ви кажа, че в... Я не хочу че, быть здесь пастор, я хочу просто прочитать кое-что. В 25 глава на Матей се говори още първите глава стихове Матфея, за... Там написано в первых стихах. За девиците, 10 девиците. Девах, 10 девах. И аз ви насърчавам, защото обичам последното време и всичко очень това, люблю което последние е времена и все, что написано в пророчествах. И гледам какво се случва в света. Смотрю и читам то, много за това. Смотрю то, что происходит в мире и читаю много. И аз се съгласявам с пастора, че да се молим за мир трябва. Това е нашето задължение. Нам нужно молиться о мире. Но не го чета това в Библията и виждам, че става все по-лошо и все по-лошо. Но я читаю в Библии, что будет все хуже и хуже. Докато дойде Христос. Чтобы Христос мог прийти сърцето на землю. Сърцето ми казва, Христос идва всеки ден. Не знам и за вас мое как. И сърце говорит о том, что Христос может прийти в любой день. Аз не чакам вкъщи да падат банани и злато и да сюда. И я не жду дома, не, что на работя, меня будут обваливаться работа, бананы и деньги. Я но, работаю. Но очакването ми какво е? Но мое ожидание. И в 13 стих мисля, че се казва, бдете. В 13 стихе написано, чтобы мы были как будто... Бдете, защото не знаете в кой миг ще дори вашия господар. Бодрствуйте. Аз ви насърчавам да бъдете будни. Я хотел бы вас подтолкнуть к тому, чтобы вы бодрствовали. Защото Христос идва наистина. Потому что Христос по-настоящему идет. Ако само две минутки имам, искам да ви кажа за последните знаци и преди идването му. И я хочу рассказать о последних знаках. Да ги разпознаем. Това ми е, пак казвам, любимата приходом тема и мога много да говоря. Это моя любимая вопрос тема, я могу долго разговаривать по этой но теме. Но искам да ви кажа, че Израел държавата се създаде след 2000 години. Това е първия знак. Израиль създался через 2000 лет. Един живот човешки няма да премине, той ще се върне. И Бог говори, что одна жизнь человеческая не закончится. Моисей ни казва в псалмите, че 70-80 години е един човешки живот. 70-80 лет примерно длится человеческая жизнь. Знаете ли колко годишна е еврейската държава? Сколько лет еврейской державе? Искам да вас съча, че има 72 години. Ей сейчас 72 года. Няма ми време, хора. У нас нет времени. Просто настръхвам, защото у меня просто мурашки, потому что если сейчас придет Иисус, у меня упадет микрофон и полечу домой. За вас, аз не знаю така вас, го чакам. Но я вот так его жду с такой радостью. Разбира се, си върша задължението. Конечно, я исполняю свои обязанности. Другото свидетелство за това, че Христос ще дойде скоро, е признаха Ерусалим за столица. Это то, что признали Иерусалим столицей. Повечето държави, разбира се, първо Америка. Большинство стран, в первую очередь Америка. И третото нещо, което е много важно за мене. И
важный знак для меня. Тези, които искат да построят храма, започнаха да чукат камъните и са приготвили всичко за мен. Те, которые хотят построить храм, уже начали выбивать камни. Знаете ли какво значи това? Знаете ли, скоро ще видим и антихриста. Это значит, что скоро мы увидим и антихриста. И ще си ходим вкъщи. И пойдем домой. Обаче сърцето ми боли ли ма за тези, които не знаят за него? Из-за того, что многие люди не знают Христа, и дома у меня дочь, и против всичко това, которая против всего этого не уже. Не, как се случи, может, не я знаю, как так получилось, может быть, я виноват. Не сам добрый священник в кащи. Может быть, не был хорошим священником дома. Насърчава да бъдете първо священници в дома си, тук не вижда много мъже, жени има. Пожалуйста, будьте священниками у себя дома. Другото нещо е да покажем пример с радостта си на останалите. И также мы должны показывать пример своей личной радости. Че наистина чакам нещо, което нищо не може да го плати. Мы ждем то, что ничего и не може. И това е основното, което правя в затвора, между другото. Это основная вещь, которую я делаю в тюрьмах. Давам им радост. Я дарю им радость. Която Иисус ми е дал от спасение. Которую мне Иисус дал в спасении. И аз не съм проповедник. Я не проповедник. Но любовта, която ми дава Господ, любовь, я им дал. Любовь, которую Господь мне дает. Основно чрез прегръщане, говорене на словото, молитва за тях. Чрез слово, чрез молитвы. Видях хора да се обръщат. И я вижу, как люди меняются. И последно свидетелство искам да ви кажа за двама души, които бяха осъдени до животна присъда. Было двое человек, которые были пожизненно. Този завод е затвор, е строг затвор тук във Варна. Посажены в тюрьму в очень строгую. И да, и тук има доживотни присъди, т.е. трябва да умрат в затвора. И т.е. им было присуждено, чтобы това они е закона в България. Погибли в тюрьме. Двама души излязаха такива и доживотни. И двое человек единия вышли. Беше тук преди месец, ако се спомнят. Един был с нами месец той назад. Той успява и успява, аз не мога повярвам Бог какво върши, той е в Германия и работи сега. У него получилось выйти из тюрьмы, и он сейчас работает в Германии. И аз съм моля за него, Бог да възстанови всичко, което дявол откраднал в живота му за тези 33 години. Жизни за эти 33 года в тюрьме. Другото момче, а другой мальчик, момче му казвам, той на 50 години, излезе преди 50 2 години. Он 2 года назад е, вышел за мен, момче. Для меня он мальчик. Да, и те сами деца там, не знам, аз ги обичам много там. Они мне как дети. И той излезе преди 2 години, и той също беше до живота. И он 2 года назад, хотя тоже пожизненно был. Преди 15 години, като се запознах с него. Осужден. И 15 лет назад я с ним познакомился. Като ми стисна ръката, има боля една седмица. Толкова когда беше. Он пожал мою руку, у меня потом неделю болела рука моя. Обаче, очень сильный. След няколко години погледа му се Через промени. Через несколько лет его взгляд просто поменялся. Бог го промени. Бог поменял его. И началника на затвора ходатайства да го освободят. И началник в тюрьме просто начал сам вступаться, чтобы этого чудеса. Человека освободили, и это реально чудеса. И сейчас я моля за начальството там, и чтобы хората, които пазят, люди, которые, да променят сърцата си към как тях. Начальники в тюрьме, я хочу, чтобы сердца их тоже поменялись. Что-то усещат се неща, които не трябва. Потому няма любов. Потому что чувствуются вещи, которые не должны происходить там, нету любви. Да, има победа, има чтобы радост. Чтобы там была победа и радость. Насърчавам вас да работите за Господа. Я просто бъдете подталкиваю вас, чтобы вы работали над этим. Аминь. Слава Богу. Иди, аз ще ти насърча сега.